Итак, друзья мои, вы видели, как Шпигель отреагировал на Мелиссу. Тебе я подозвали лямку, я пришел к самому интересному. Да, я хочу ему поднять настроение, потому что у котика чуть-чуть депрессия. Кошечка родила... О, смотрите, смотрите, уже здесь. Кошечка родила... Все, это уже... Он уже почувствовал. Это то, что надо. А вас, Штирлиц, я попрошу остаться. На, иди сюда. Смотрите. Опа. Вот я ему дал. Это валерьянка, не знаю, может, больше чем надо. И вот начинается. Но это надо для кошачьего здоровья. Это самое крепкое, что он когда-то получал в своей жизни. То есть у него была кошачья мята. Вот Мелисса, на которую он так не очень отреагировал. Сейчас будет валерьянка. Сейчас это будет что-то. Но это ему надо. Для настроения, потому что, как я сказал, Мурочка родила. Вот. Ему, она ему внимания не уделяет, как женщина. Вот. Он бедненький, переживает по этому поводу чуть-чуть. Вот он чувствует, что вот она пошла на запах. Ей тоже надо, в принципе. Вот. Кстати, я слышал, что это возбуждает котов. Так интересно, как она отреагирует на валерьянку. Целуются.